Բարև իմ սիրելի ուսանողներ, բարի երեկո։ Բարի հանդիպեցինք։ Հուսով եմ բոլորդ այդ առողջ եք, դրամատրությունը բարձր է եւ շարունակում ենք սովորել հայերեն։ Այսօր մեր 13-րդ դասն է։ Քիչ է մնացել ավարտենք մեր փոքրիկ կուրսը, դասընթացը, հետո դուք կշարունակեք իհարկե սովորել հայերեն։ Ինչպես միշտ սկսում ենք տնային աշխատանքից։ Շատ քիչ նայ նաշխատանք ունենք, ընդամենը մի տեքստ, որտեղ պետք է տեղադրել մագբայները, наречия надо было вставлять։ Հա՞, կտարել եք։ Այո, այո։ Շատ լավ է։ Փորձենք կարդալ, թարգմանել արդեն տեղադրված բարերով։ Մարիա Սքսիր։ Լավ։ Մարիա ընդ շատ է սիրում երեժշտություն։ Гартал Ев Таркманал. Айо, айо. Йо. Айо. Мариета очень любит музыку. На гаджахе гнум филармония Ев Лысуме Тарбер Тарбер Хамеркнер. Айо. Она uh, часто ходит в филармонию и uh, слушает разные концерты. А пресс? Мариэтан Ерпемн Ирхет тануме наев ахчик ахчкан эммайин. Айо. Мариетта иногда mm -hmm. uh, берет с собой uh, свою дочь Эмму. Угу. Эмман мишт уненуме шат дасер ев айт масин асуме нор. Асуме нора. Море. А, а Осумен, но Майрикин. море. Майвикин. Море. Эмма. Мишт. У, 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 у Эммы э, всегда много занятий, Айо. и она об этом говорит маме. Mm -hmm. Сакайн, Маретан, э, Сирёв, э, Цанканумы, Бардзарадснель, Нера, Еряжиштакан. Ереж, Ереж, Чашака Ев Хантруме Чемерджель Ирен Айо Сиров Цанкануме Барцратнед Это uh, можно uh, понять Так как так сейчас Сакайн uh, только Однако Однако Мариета с любовью желает Вырасти Поднимать Поднять поднять, поднять и Я чашак. Чашак слово у нас было Это уровень вкус, а, вкус у, на, Улучшить, наверное, вкус к музыке Да, музыкальный вкус а, а, угу. И хэнтрумэ чемержель И просит не отказывать Айо, не отказывать Ерпем эмман узумэ мнал тана еф соворель да сыра Сакайн Мариетан Мекмик, которую нуме хамазель неран. Айо, кайле айт пе Эма иногда хочет остаться дома и uh, делать уроки. Айо. Uh, только Мариета. Но, no, однако. Но no, Мариета no, no иногда Ayo. может ее уговорить. Айо. Неранг, Дурсен. Изредка, мек-мек, изредка. Ей удается ее уговорить. Да, да. Неранг, Дурсен, Галис, Шут, Настумен, Операин, Татрони, Мот, Готновог, Готновог, находиться, Готновог, mm находящий. Сегодня я это объясню как раз. <in <-sharp inhale> миасин сурчен хамум Они выходят из дома, Шут? они рано выходят на улицу, садятся в парке недалеко от оперы, вместе пьют кофе и беседуют. Айо, она гид к шарунакир. А, кичем и нацельво, чинь шарунакир. Хедом, Метноменерс, Ев Барсераном, Амфитеатрон. Потом uh, заходят внутрь и поднимаются в амфитеатр. Айо. Мария Тан, Антегице, Лассель, Дасакан, Ержештутюн. Айо. Мария оттуда любит слушать классическую музыку. Чисто. Тунем Вередарном, Тунен Вередарном уж. Домой возвращаются поздно. Аю. Хима и о причастиях. Э, как и в русском языке, в армянском языке тоже есть причастия. И два из них очень активные. Это действительное причастие, которое показывает действующего. И результативное причастие, которое показывает результат действия. Во-первых, действительное причастие. Что-нибудь делающий пишущий, читающий, э, э, это работа делающий, выполняющий. Э, вот эти вот причастия в армянском языке образуются с окончаниями ох и отцох. Э, те глаголы, которые в инфинитиве заканчиваются на л, грел, еркел, образуют действительное причастие с окончанием ох вместо л. Л меняется на ох и получается пишущий. Еркел, еркох. Тот, который поет. Еркох. Смотрите, обратите внимание, грох даже уже стало самостоятельным существительным. Это означает пишущий, но грох так называется еще и писатель. Даса грох, камтанаин ашхатанка грох, ерехан. Ребенок, который пишет домашнее задание. Грох ерехан. Употребляется в предложении как определение. Может употребляться без существительного, самостоятельно, вместо существительного, и в этом случае берет определенный артикль. Грога эльчигру. Больше не пишет. Тот, кто писал, вот был пишущим, уже не пишет. Кангнога сксец кайлель. Тот, кто остановился, начал ходить. На корога веркацав евсксец наел патуганиц дурс. Тот, кто рисовал. То есть это причастие, которое показывает действие в процессе определения. действия в процессе. Что-нибудь делающий. И это образуется на основе настоящего времени, потому что подразумевается настоящее время. Вот сейчас это действие делается кем-то. Если окончание «ал» у инфинитива, добавляется окончание «ацох». «Картал». Картацох. Хайрен картацох усанога. Հայերեն կարդացող աշակերտը։ Հայերեն կարդացող աշակերտը ամեն ինչ հասկացավ։ Ռուսերեն կարդացող տղան։ Тот, кто читает, вот читающий. Гнал вместо ав ал ставим ацоղ։ Гнацоղ։ Երևան գնացող մարդիկ սпасумен кайարանում։ Гнацог мартик употребляется как определение, но можно даже без мартик. Ереван гнацог как существительное, берет множественное число и склоняется как существительное, если употребляется вместо существительной. Ереван гнацога спасуме каэранум. Ереван гнацоги паюсака цанре. Ереван гнацогин ев евтвеци намака. Երևան գնացողից վերցրի այդ թուղթը։ Երևան գնացողով ուղարկեց գրքերը։ То есть в основном употребляется с существительным, гнацող мартик, гнацող տղան, гнацող աղջիկը։ Но может употребляться без существительного, вместо существительного и э тогда склоняется и берёт определённый артикль։ У нас будут упражнения. Думаю, что вы это поймете. Э, но давайте сейчас, может быть, попробуем составлять э, действительное причастие и употреблять. Попробуем такое. Да, да. э, нап Кайлель, например. Кайло. Кай кай а можем составлять предложение? Попробуем. Кайлох, марта, ушацав. Кайлох марта, ушацав. Грамматически правильно. Кайлох марта. Идущий опоздал, да? Можно же так сказать? Какой Ну как идущий Кайлох. Ну гнацог тогда. Гнацог. Гнацог, Кайлель это именно. Горди. Гулять ходить. Марта ушла Это писать, что Кайлох Марта ушла саб. Элинч. Элинч. Какое еще? На Карель, на Карог. Парель, парог. Давайте парох вообще употреблять. Парох, ахтика шат сируне. Парог ахтика шат сируне. Это не сложно абсолютно. Э эти причастия встречаются в армянской речи очень часто, и самое важное на первом уровне, чтобы вы их поняли и э понимали, употребляли, э можно и в э простой речи употреблять. Так, теперь второе причастие это э результативное причастие. Это результат действия. Действие закончилось, результат остался. И это признак как результат действия. Ерехан кнеле, ерехан кнадзе. Гирка картацелем, гирка картацвадзе. Накарича накареле, накара накарвадзе. Часто это даже в возвратной форме, потому что сделанное. Результат действия. Действие закончилось, и вот, вот нам результат. И результативное причастие образуется на основе прошедшего времени. Потому что действие уже проходило. Это результат действия на прошедшем э, основе э, глагола. На прошедшей основе глагола. Так, э, если эти же, давайте глаголы употреблять, чтобы было ясно. Грель, если действительное причастие показывает именно того, кто пишет, то результативное причастие часто показывает да, того, э, э, того, что написался уже, написанный. գրած գրած նամակը։ գրած նամակը իմ գրած գրած գիրքը։ գրած գրած տնային աշխատանքը։ երկել այս երկչի երկած </body> Я люблю еркац. Еркац, еркеря, грац. Смотрите, все неправильные глаголы я потом объясню. Пока что для правильных глаголов. Если л окончание, здесь ох, здесь ац. Если ал окончание, здесь ацох, здесь ацац. Картал. Картацац. Իմ քարթացած գիրքը շատ հետաքրքիր էր։ Քո քարթացած նամակը ես եի գրել։ Հասկանալի է։ գնաց, Գնացած Գնացած մարտիկ նորից վերադարձան։ Գնացած տղաները հետ եկան։ Ի ու եсли неправильный глагол то действительное причастие и с суффиксами глагола, действительное причастие образуется на основе настоящего времени. То есть все суффиксы остаются в своих местах. Теснель – теснох, мтнель – мтнох, верцнель – верцнох, харцнель – харцнох, харцнох – марта – конгнец, верцнох – паюсакнеря – верцнох – кина – херацап. Все суффиксы остаются в своих местах, только одно исключение э, – это глагол «гал». Поэтому во всех диалектах говорят «галацок» по правилам. Но правильное литературное слово «екох», только э, приходящий на основе прошедшего времени и действительное причастие употребляется «екох» форма. Правильная форма «екох» – «екох мартик», «екох таганери», «екох акчикнери». Екох, екох без существительного тоже также абсолютно. Так, и результативное причастие образуется на основе прошедшего времени. И что это значит? Что наши суффиксы на выпадают. Вот теснох, инц теснох марта, инц тесац марта. Сеняк у усанога, сеняк у усанога. То есть все суффиксы, которые выпадают в прошедших временах, здесь тоже выпадают. Цен меняется на цер в прошедших временах, вы знаете. Здесь тоже меняется на р". Им верцрат гирка. Гирка верцног марта. Марту верцрат гирка. То есть запоминаем. Действительное причастие на основе настоящего времени. Это значит, Глагол не меняется. Суффиксы остаются в своих местах. Результативное причастие на основе прошедшего времени. На ч ан эн выпадают. Цен меняется на цера. И все наши неправильные глаголы на основе прошедшего времени. Чаш утог ерехан. Чаш керят ерехан. Аскацак? Аскацак. Ну, это, конечно, все опять же в речи в, употребля... в употреблениях. У нас будут очень много упражнений, где мы будем глаголы менять на действительные и результативные причастия, образовать эти причастия и употреблять в предложениях. Вот самое важное употреблять в речи в предложениях. И еще один момент, что касается глаголом в армянском языке, инфинитив склоняется. Инфинитив иногда употребляется в роли существительного, склоняется э, и употребляется в предложениях отдельно, без вспомогательного глагола э, в свои, э, с окончаниями э, падежными. Э, смотрите, в русском языке я люблю рисовать, да, в основном. Инфинитив в речи. В каких случаях употребляется? Я люблю, я хочу в основном, как второй глагол. И я могу. Вот в армянском языке есть такая короткая форма կարողեմ. Не կարողանում եմ, а короче կարողեմ. Я могу. Ես կարողեմ խոսել. Ես կարողեմ լսել. Ես կարողեմ գրել. Ես կարողեմ գնալ. Я могу. Դու կարող ես գրել. Դու կարող ես խոսել. Դու կարող ես հասկանալ. Դու կարող ես իմանալ. Вот э, и, и есть узуме. ес узумем, есть узумем хосел, узумем иманал, узумем картал. То есть, если второй глагол, то мы употребляем инфинитив: хочу что-то делать, люблю что-то делать, не люблю что-то делать, могу что-то делать и, и, и так далее. Э, теперь э, этот же инфинитив иногда употребляется в склоненном, в склоненной форме. Вот смотрите, сейчас я покажу, как склоняется инфинитив и как мы можем употреблять э, два глагола на ал и на «эл». Хасканала инче? Понимать. 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 Хишен? Помнить. 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 В родительном падеже они тоже имеют окончание у. Хишелу хамар для того, чтобы помнить. Хасканалу хамар. Петки шат саварель. Хасканалу депкум. Когда ты поймешь. Хасканалу депкум и с предлогами они так могут употребляться. И вообще могут употребляться в любой роли в предложении, как существительные. Как понятие. Если в русском языке «рисовать» для меня очень важно. «Рисовать» для меня любящее занятие. В армянском это будет Накарела. Накарела есть сируме. Хасканала амен марту банче. Понимать не каждый может. Хасканала. Хишела айнханель хешче. Не так уж э, легко это все запомнить. Хишела. Как понятие э, о действии именно употребляется инфинитив в предложениях. Хишелу хамар. Хасканалу хамар. И также во всех падежах есть порцумем хасканал, есть корогем хасканал. Я могу понять, это уже винительный падеж, я могу что делать? Понять. Есть корогем хасканал. Хасканалуц хето. Хасканалуц это Придешь, когда запомнишь, после того, что запом... поймешь. Хасканалуц хето. асангирь. Можешь наизусть сказать после того, что запомнишь. Хише луц это, хаскана луц это, хаскана луц баци сгал. Кроме того, что понять, можно еще и чувствовать. Хаскана луц баци, хаскана луц арач, хаскана луц это. Также, хаска... вот смотрите, форма творительного падежа. Ну, даже, даже теоретически можно местный падеж. На карелю меч на хаджуйке пантрум. Если ищет удовольствие в рисовании, то есть в процессе рисования на Карелу меч, еркелю меч, меч, то так тоже употребляется. Теперь смотрите, хасканалов, хишелов – это форма творительного падежа. Это подходит к идее русского языка

«Ес еркелёв если это можно, Есть еркелёв грымэм», «авэль лавэ То есть параллельное действие, и хожу, и разговариваю одновременно. То есть разговаривая, хожу или наоборот. Вот в этих случаях тоже употребляется творительный падеж. Опять же такая маленькая справка и... Я вам даю именно стержень, механизмы, схема, что надо потом, конечно, развивать всё это в речи. Ես շատ երկար խոսեցի։ Հիմա խոսում եք դուք։ Եկեք փորձենք պատմել երբ ես սանոք Мы нехорошо закрепили как раз настоящее время в прошлом, то есть прошедшее несовершенное время. Это форма настоящего времени с вспомогательным глаголом э, прошедшем времени. Давайте попробуем в, это, э, в этом времени рассказать или за, на, об одном дне из нашей жизни. Или «Ер пьесу – «Когда я был студентом, вы все были». ը ստուդենտամի հիմա ոչ ոք ձեզանից արդեն ուսանող չա, անա այտը վերջացրել է ոչ չեմ վերջացել դու դեր ուսանող ես այո այո շատ լավ ոչինչ դու էլ կարող ես պատմել երբ ես ուսանող էի դու արդեն 5-6 տարի է ուսանող ես այնպես որ կարող ես պատմել ինչ էի անում ինչպես էի իմ օրը անցնում երբ ես ուսանող էի ով է սկսում մտածում ենք ինչպես էի ես անցկացնում օրը որ մենք պատմենք անցած ժամանակի մեր օրվա մասին ես այս եյ անում այն եյ անում այն չեյ անում այն չեյ անում փորցենք դիգրան փորցենք հա ես կպենդրեմ կփորցեմ կփորցեմ հա այո երբ ես սսնոհեի ես սքսումայ սիրել նո как сказать обучение սսումեի սիրում եի ինձ նա չի 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 նա չ Инскеле дургал. А, инскеле дургал Усмунка. Ага. А Усума. 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 Яс э-э, я сей староста. Ага. Яс авак эи, яс мер хмби авакнеи. А, яс. Инч бар чи գիտեք, կարող ե գրել։ Авакի старший и староста. Угу. Яс мер хмби խումբ գրուպա, яс мер хмби авакն эи. Авак эи, հա։ им а, арачин кертутюна а, эр. Потом эр. Скажи потом эр. А. Им арачин кертутюна. Им арачин кертутюна. гима а, гратаракчакан горца ев химбагрутюн эр. Апрес, апрес. Грохутян, а прес, а Айо. Лера рогутьян факультетум. Айо, айо, айо. На факультете журналистики. Угу. Шат гета киркир эл соворелэ. Աprès. Ա քանի որ մենք հաճախում էինք, մենք պատրաստում էինք շատ միջոցառումներ, եւ մենք շատ կարտում էինք գերկեր, քանի որ թթի շատ գերականություն գիտենալ Պետքեր շատ, Պետք էինք շատ։ Պետքեր շատ գրականության ցանոթանալ։ Հա, գրականության ցանոթանալ։ Եվ շատ դուր էր գալիս։ Աprès, après։ Դու սովորաբար շատ էիր կարդում տանը։ Տանն էիր շատ կարդում, թե գրադարանում։ Տանը, տանը։ Դու կարդում էիր հիմնականում տանը։ Մենք հիմնականում տանը, հա։ Այո, իսկ քանի դաս էիր ունենում համասարանում ամեն օր երեք ես ունենում եմ երեք դաս համասարանում Տիգրան դու շատ ընկերներ ունեիր ես կարծում եմ որ այո նույնիսկ ավելի շատ քան հիմա քան հիմա սանը ժամանակ ավելի շատ ընկերներ եմ ունենում քան հիմա ելով պետք է օզուն պատմել ապրես Տիգրան մեր լսողները հանդիսատեսները չեն հավատում Որդու քնորեք սկսում սովորել հայերեն։ Գեցեք։ Ես ink ink save voice and peace nor bys։ ը նորմալ է դա ցուցում։ Ապրես։ Շատ ապրես։ Էլով է պատմում, երբ ես սանող AI։ Մի օր կարելի պատմել մի օրվա մասին, մի օր։ Մենք խմբով Մարիա փորձիր քաղցեր։ Սանողը դա ո՞ւր է ուսանող։ Այո։ УСАНОГ, кстати, действительное причастие, что тоже уже стало существительным. УСАНОГ дословно это обучающий. Да, обучающийся. Айо, обучающийся. Ага, айо. Ерь пьес усанок и ес узумы гитель и Иманал. Тарбер Айо, лезуннере. тарбер уже подразумевает неопределённость тарбер лезенер и лизбов капвац маснагитутян стацель лезви хет лезви хет капвац маснагитутян результативное причастие опре связанной угу стацель ай маснагитутун эм стацель ай нրա համար պետք է լավ սովորեմ պետք է Лав совори, петькер лав совори. Угу. И ев, есть лав совори. Лавем совори. Лавем. А хотела хотела Мария. Шад лавэ, амен шад лавэ стацам. Лав эги соворум. Лавэ соворум. Шад лавэ соворум, айо. Элинч. Элинч асем э до анан миш соворуме ир че ир Хангстанум. А 2 2 տարի, այո, 2 առաջ, ես сейчас. Առաջին երկու Առաջին երկու տարի ես միշտ սովորելeyim, սովորում եմ, սովորում եմ։ Հետո ես ունեմ անընդհատ սովորում եմ, շարունակ սովորում եմ, то есть постоянно միշտ այո։

Гангастаналу Вот как раз когда э, неопределенная форма э, э, инфинитив когда неопределенная форма глагола показывает цель для чего, то употребляется э, в форме родительного падежа. Есть ганумем соворелю, есть ганумем ашхателю, есть уненумем жаманак хангастаналу. Кам хангастаналу жаманак. Это как раз родительный падеж инфинитива. Mm -hmm. Եվ մյուս տարիները ու ու նույն ու մի ժամանակ Հังաստանելու համար։ Աprès, դու ում հետ էիր Հังաստանում։ Ում հետ էիր։ Ես Հังաստանում էի իմ ընկերների հետ։ Այո։ Ընկերների հետ։ Այդ ընկերների հետ դու հիմա ընկերություն անում ե? ես։ իհար ե, Ես իհարկե, ես նրա հետ, նրանց հետ հիմա ընկերություն անում եմ անում եմ հիմա անում եմ ընկերություն դուք հանդիպում եք հիմա ես մեկ մեկ ես դա բայց եվ գերմաներեն տայո բարի շատ լավ է энерգիա այո մինկ մեկ մեկ հանդիպումինգ եւ ինչ է կանում երբ հանդիպում եք մենք շատ օրախ ենք հանդիպել զրուցումինգ նստում են սրճարանում սրճարանում եւ թարբեր հիշուցյոն ասում ենք եւ հիշում ենք հիշում ենք մեր մեր ստուդենտսկե մեր սավնո սարն սար սո սար նո սանո կան սանո ռական օ մամոчки սանո ռական ժամանակի մարսին ժամանակական տարիներ հիշում ենք սանոական տարիներ այո շատ լավ է գեթես է լո վեոս ըն պատմեք իմ սանոական օրերը Անցել են Ինսեվոմա, որպես Մարիայի Վարավտեվը։ Ի՞նչ դվում է անցել են Մարիայի։ Մարիայի նման։ Այո։ Այո։ Վարավտեվը առաջի երկու տարը տարին ես անանտած սովորում եմ ու չեմ onցել ժամանակ, որ հังստանամ գնամ մանկալո։ Շատ մանգալու գնամ մանգալու կакраз инфинитив э в дательном падеже գնամ մանգալու Հա ես շատ շատ շուտ ե արտանանում որովհետեւ ապրում եի հերո համասարանից համասարանից հերո համասարանից հերո Այո ը մենք ը գազмакерպելենք շատ конференցիանը Կոնֆերանսներ Կոնֆերանսներ նա դիտաժողովներ, բացի նա դիտաժողովներ, այո, դիտաժողովներ, ունացել ենք ելույթ, միշտ ելույթներ, այո, ու դա ինձ շատ է դուր գալիս, շատ է, շատ է դուր գալիս։ Այո, դու գրում ես իր ելույթներ գիտական, այո։ Շատ լավ է, անահի դու հիմա վերջին կուրսում ես սովորում։ Այո, վերջին։ Մագիստրատուրայ։ Ուհ։ Եվ ինչ մասնագիտություն ես դու ունենալու? Ամ The internal lu. Ինչ մասնագետ? Դժվար է ասել հայերեն, ասարուսերեն։ Ա- ուправленец, государственное управление։ Այո, պետական կառավարող։ Կառավարող, այո։ Вот. Действительное причастие, караվարով управляющий։ I sort menk uh, dasak avartenk uh, mi pokrikvanastegtsiam. Ես ընտրել եմ ամենապարս եւ ամենահրաշալի բանաստեղծություններից մեկը։ Ես միշտ ասում եմ, որ հայ պոեզիան, հայկական բանաստեղծությունը շատ բարձր է։ Մենք ունենք հրաշալի պոետներ, հրաշալի բանաստեղծներ եւ ժամանակակից պոետներից մեկը ᱢեր Հովհանես Գրիգորյան։ Հրաշալի բանաստեղծներ շատ է գրել, բայց ես ընտրեցի ամենապարզը։ Ամենապարզը որ բոլորին հասկանալի լինի եւ կարողանাক նաեւ անգիր անել։ Ա, Ձեզ մոտ կա այդ բանաստեղծությունը վերջին եջում։ Իմ անցնում եմ հետևեք, նախ դուք եք թարգմանելու, ինչ որ ճիմանա, ես կօգնեմ։ Հայաստան։ Սա իմ երկիրն է։ Ճապերով այնպեսին որ կարող եմ վերցնել հետս։ Թեմի հերու տեղ գնամ։ Փոկրիկ ինչպես զերացած մայր փոկրիկ ինչպես նորացին զավակ իսկ կարտեզի վրա ընդհանեն արդյունքի մի կաթիլ սա իմ երկիրն է ճափերով այնպեսին որ ազատորեն տեղավորել եմ սրտիս մեջ որ չկործնեմ հանկարծ Իմա թարգմանում ենք Там яркие. Это моя родина. Чап, измерить. Чап размером таким. Такими размерами. Угу. Воркоров с собой. Воркоров взять с ней, чтобы её рутег и гна. Если далеко уйду. Могу взять с собой, с собой. Покрик, инպես цэрацац майр. Маленькая, постоявшая мама. Омница, аё. Покрик, инպես норацин завак. Азавак это что такое? Ребёнок. Ребёнок. Дитя. Маленький, как новорождённый ребёнок. Из картезивра картез - это карта. И на карте энтамина арцун химикатил. Всего лишь капля слезенка, капля слезы. Mm. Катил, арцун кикатил, арцун слезо. Զայմյեր կիրնե, ճափերով այնպեսին, որ ազատորեն տեղավորել են սրտիս մեջ։ Это моя страна такого размера. Что спокойно, свободно, свободно спокойно, да, помещается в сердце. Да, помещала в сердце. Чтобы никогда не потерять. Чтобы не потерять. Вот такое вот прекрасное стихотворение. Да, в нескольких строчках столько эмоций, что, э, пожалуйста, выучить наизусть каждому из вас. Попробуем? Я uh как -huh. И всё, мы кверчацրինք։ Есть маленькое домашнее задание, что зрители наши увидят на экране. А у вас есть на страницах и, пожалуйста, делайте домашнее задание. Катаректнаи наш хаտանքը, սովորեք հայերեն, կրկնեք բոլոր 13 դասերը, и мы кշարունակենք։ Ցտեսություն։ Ցտեսություն, բարակալություն։